создал достаточно боеспособный коллектив и несколько очень ярких футболистов. Вот сейчас прострел от Бауржана Турузбека, пока я вам рассказывал про молодежь Актюбе. Бауржан Турузбек мог сейчас стать автором голевой передачи. Как здорово на бровке действует Мирошниченко. Продолжается атака Табуала. Дмитриенко. Кросс в штрафную. Опасно может быть удар по воротам. Это гол! Синин Сибай! Ну и фирменное празднование от Иварица. Великолепно занимаю Актюбе. Все ждали, что же произойдет дальше. И кто должен был бороться с Сибай? Тут без шансов, конечно же. Багдад Каиров был уже отыгран, а Дильхану Танжарикову тут никак не хватило бы роста. И Сибай здорово выпрыгнул.